Добро пожаловать на видеоканал Полтава в YouTube. Всех гостей города, а также жителей города мы бы хотели пригласить на интересную познавательную историческую экскурсию одним из самых древних городов в Украине – Полтаве. Городом, который имеет более чем 11-вековую историю. И сегодня мы, конечно же, хотели вам рассказать о монументе славы, который стал символом города Полтавы, или же колонии славы, как его иногда называют сами жители города. Если вы хотите побывать на одной из наших тематических экскурсий, переходите на наш сайт или же заказывайте услуги лучших гидов города по телефону, который вы найдете в описании под нашим видео. А сейчас мы расскажем вам о истории монумента славы, когда и как он возник и что он, собственно говоря, означает. Монумент славы установлен в честь победы русской армии над войсками шведского короля Карла XII в Полтавской битве. Одна из главных достопримечательностей центра города. Наверное, самый посещаемый в Полтаве памятник. Находится он в центре круглой площади в Полтаве. И построен в начале 19 века. Этот памятник, наверное, самый старый из всех сохранившихся памятников на территории Украины. Сооружение памятника приходилось на 1806-1811 год, в честь столетия Полтавской битвы. Но многие жители и внимательные гости города заметят, что на памятнику указана дата окончания постройки памятника 1809 год. Почему же я в предыдущем своем тезисе сказал, что памятник был построен только в 2011 году? Дело в том, что построить его вовремя не успели. Хотели открыть до столетия Полтавского сражения, но открытие официальное произошло только 27 июня 1811 года. Авторами памятника послужили архитектор Тома де Томон, скульптор Щедрин. В основе памятника положено два первоначальных эскиза, выполненных полтавским губернским архитектором Амвросимовым, в виде колонны, увенчанных орлом по образу триумфальных колонн, которые отмечались победы в Древнем Риме. Фундамент будущего памятника заложили 27 июня 1804 года, и эскизы Амвросимова отослали на рассмотрение в Академию искусств в Петербурге, где их поручили доработать архитектору Тому де Томону. Хотя надпись на памятнике гласит, что памятник все же окончен в 1809 году. Наверняка вы увидите два древних символа Уробороса. Это змея, которая кусает сама себя за хвост. Это символ бесконечности. Геральдический символ бесконечности. И в каждой из этих змей дата окончания памятника и дата самого события, время Полтавского сражения. Монумент представляет собой чугунную тосканскую колонну на граненом постаменте, увенчанную позолоченным бронзовым орлом с лавровым венком в клюве и стрелами в когтях. Орел смотрит в сторону Полтавского сражения, где именно и проходила сама Полтавская битва. Колонна была отлита в Луганске, а барельефы, которые вы можете внимательно посмотреть на наших видео, ссылки, которые вы сейчас увидите в подсказках, более внимательно и более подробно. Кирпичная же колонна внутри изготовлена из кирпича и одета только в чугунные кожухи, которые и были изготовлены, собственно говоря, в Луганске. Швы, между которыми прикрыты тремя поясами в виде венков из дубовых листьев, чтобы колонна казалась цельной. Колонна установлена на кубическом гранитном постаменте, который стоит на ступенчатом стилобате в форме четырехгранного бастиона, в основу которого вмонтированы 18 пушек. Некоторые говорят, что это трофеи Полтавской битвы. Но, скажем так,
Эта информация не выдержит никакой критики, об этом вы, конечно же, услышите на одной из наших экскурсий. Верхняя площадка ограждена литой чугунной решеткой, декоративные стойки которой выполнены в виде вложенных в ножны мечей, обернутых клинком к земле, что символизирует окончание военных действий. Пьедестал колонны украшен бронзовыми горельефами, композициями из доспехов, знамен, римских военных атрибутов. Их вы внимательно можете рассмотреть на наших видео, которые уже опубликованы на канале. В центре композиции с юго-восточной и северо-западной стороны большие бронзовые кольца в виде змей, державших себя за хвост, так называемые кольца возвращения, аллегория вечности и повторяемости мира. Проще сказать, уроборос. Именно так они называются в геральдике. Высота колонны, которая кажется нам не такой уж и большой, потому как мы на нее смотрим снизу вверх, состоит из 10 метров 35 сантиметров. Орла с полусферой еще 2 метра 11 сантиметров. Размах крыла орла достигает 3 метров. Нижний диаметр колонны 1 метр 84 сантиметра, верхний 1 метр 30 сантиметров. Монумент был поврежден в ходе Великой Отечественной войны. Кстати, одну из черно-белых фото, которую вы сейчас видите на своих экранах, это как раз и есть снимок, сделанный американцами, американскими солдатами, которые прибыли по операции «Фрэнтик» на один из полтавских аэродромов. Об этой операции совместной советской и американской вы также услышите на наших экскурсиях. И снимки, даже есть видеокадры, кинохроники, которые вы можете также увидеть на нашем видеоканале, именно сняты американскими солдатами на ихнюю технику, как видео, так и фото. Памятник был поврежден в ходе Великой Отечественной войны и отреставрирован в 1953 году. Еще раз хочу пригласить всех желающих посетить нашу экскурсию. Переходите на наш сайт, смотрите, какие туры мы предлагаем, а также заказывайте услуги самых лучших в Полтаве гидов по телефону, которые вы найдете в описании видео. Спасибо вам за лайк, за комментарии. Остались у вас вопросы, обязательно задавайте. Мы постараемся ответить на них максимально быстро. На фотографиях, которые вы видели в нашем видео, это старая открытка дореволюционных времен. Это фотография, сделанная американцами в 1944 году. И также современный вид памятника, который уже сделан на современные фотоаппараты. Также довольно интересно будет вам посмотреть на этот монумент с высоты птичьего полета. Современные дроны дают эту возможность. Данное видео также размещено на нашем канале Полтава в YouTube. Кому интересно, обязательно посмотрите. До новых встреч, друзья! Хорошего всем настроения! До новых встреч!